Предлагаем вашему вниманию частный дом в Риге, в 10 километрах от старого города, район Берги. Дом находится в 3 минутах ходьбы от озера Кишезерс. Дом построен по так называемому методу «пассивный дом» из блоков аэрок и утеплен. Толщина утепления составляет 65 сантиметров. Высота потолков на первом этаже составляет 3,5 метра, а на втором – 3 метра 20 сантиметров. Дом оснащен громоотводной системой, автономным электрогенератором мощностью до 7,5 кВт, охраной и пожарной сигнализацией, а также имеется кондиционер. Дом отапливается при помощи отопительного газового котла конденсатного типа «Юнкер». Солнечная коллекторная система объемом 750 литров для отопления и 300 литрами для воды. Дом оснащен теплыми полами, которые также подключены к коллекторной системе. Дом продается со всей мебелью, это антиквариат 19 века, а также со всей аппаратурой. Дом оснащен домашним кинотеатром. В доме установлена сантехника фирмы Villary Bosch, а покрытие вымощено плиткой Versace. Натуральное дерево, полы, лестницы и двери выполнены из дуба, джакузи выполнено из каменного массива, обивка диванов и кресел – натуральная кожа. Площадь территории составляет 5000 квадратных метров, площадь самого дома – 300 квадратных метров. Площадь дополнительных помещений составляет 70 квадратных метров. В доме находится баня и бар, а в ухоженном дворе японское джакузи. Также дом оборудован наружной подсветкой и видеонаблюдением. Все строительство запечатлено на видео и фото. Удивительно экономичное обслуживание. Затраты на электроэнергию, охрану и отопление не превышают 100 латов в месяц. Дом продает сам владелец. Телефон для справок. +371 299 98 223.